Ну, я как человек за политикой следящий, в общем-то, пристально достаточно, могу сказать, что «Единая Россия» не выдохлась совершенно, потому что это партия власти, извините, которая взяла большинство на выборах. Не такое оглушительное, как, допустим, в прошлый электоральный цикл, но все равно она взяла большинство, и она, в общем-то, занимается законотворческой деятельностью у нас в стране. Поэтому насчет «выдохлась» тут это очень спорное утверждение. Что касается Народного фронта, то я считаю, что это правильно. Потому что ОНФ, насколько мне известно, создан как... вообще надпартийная там платформа, которая не как к политике, собственно, не относится, вот, просто координирует всех людей, которые за Путина. Я считаю, что это правильно, потому что за Путина гораздо больше людей в стране в нашей, чем электорат там «Единой России». Вот, и поэтому люди, которым там по той или иной причине не хочется вообще связываться с партиями, в том числе и с «Единой России», они могут спокойно прийти в ОНФ, чтобы выразить поддержку, да, допустим, Путину. И я считаю, что это правильная инициатива, потому что вот буквально сейчас, как только все это началось, уже стало ясно, насколько много вот у Путина людей, которые его поддерживают. Их гораздо больше. Поэтому уже ОНФ правильная идея. Что там будет дальше, мы посмотрим.